Выбрали достойного. Развитие спорта в регионе – один из наболевших вопросов, по мнению экспертов. Титулованные спортсмены покидают область из-за отсутствия тренировочных баз. В городе нет дворца водных видов спорта. Низкие зарплаты не привлекают тренеров и самих спортсменов. Журналисты интернет-агентства «Взгляд» поинтересовались у экспертов, зависит ли развитие спорта от личности, возглавляющей профильное ведомство. И кто бы мог стать достойной заменой действующему министру Наиле Бриленок. Среди опрошенных – чиновники, спортивные обозреватели различных изданий, общественники и политики. Из предложенного списка кандидатур тройку лидеров возглавил экс-министр спорта Владимир Пашкин. На втором месте – бывший тренер футбольного клуба «Сокол» Александр Корешков. Третью позицию занимает экс-директор футбольного клуба «Салют» Владимир Харольцев.